Друзья, и снова здравствуйте, с вами Ромулус. Настала череда пройти еще одно испытание. Ты отлично поработал, Ромулус, ты показал всем свою верность и мудрость. Но есть еще кое-что, что я потребую от тебя, теперь ты докажи свою силу, воина. Хочу, чтобы ты отправился к озеру Фариад, я отмечу его на твоей карте. Найди Корста Ветроглазого, который уже ушел туда. От него ты получишь дальнейшие инструкции. Ищи на северном берегу озера. Это несложно будет сделано, у нас всего лишь одно здесь озеро. И найти его будет даже легче, чем мне кажется. От тебя можно и лучше. От тебя можно и лучше возрождаться. Ну что ж, везде, где я не появляюсь, обо мне идет хорошая молва. Я разрешаю проблемы, помогаю обездоленным. Осталось теперь с озером решить проблему, что там мне нужно будет делать. Давай-ка хоть отдохну. А где здесь шаман? Был же где-то здесь 100%. Эй, где ты? Так, это же что-то странное. Озеро что ли горит? Так, ну а где шаманка? Была же она здесь, прежде чем я отдыхал. Эй, где эта бабуля? Да. Так, сейчас хочу, чтобы... Что я должен сделать? Я могу найти его на северном берегу озера. Ладно, поищу я на северных берегах. Странно, вот был какой-то образ человеческой фигуры, но мне нужно было восстановить немного силы. Я не знаю, что меня впереди еще ждет. Зайду-ка я посмотрю, что там горит на полном серьезе. Интересно, интересно, что тут меня ожидает в этой пещере. Так, кто тут прячется? Конечно, что я не встретил никого, кто бы мог мне объяснить. Та человеческая фигура пропала перед моим отдыхом.
И это смущает меня немного. Ничего. Это стеклянный меч. Неплохо. Заберу его себе. Так, остается всего лишь один вариант, куда можно пройти. Кажется, здесь что-то будет найдено. Дикари. Так, дикарь ты мой, что тут есть? Тело какое-то, кольцо. Да, в принципе, ничего интересного. Мне кажется, я исследовал практически все, но есть еще один проход, который был недосягаем для меня. Сейчас я его отыщу. Только с нижнего уровня можно зайти. Да, эти все подземелья такие вещи, заблудиться за нечего можно. Вот он, тайный вход. Возьму что-нибудь посерьезнее. Разделитель. Вообще не очень хорошее название — разделитель. Хотя оно было для сердца предназначено. Тело со звездой и северной кольчужной перчаткой. Да, вот чувствую себя просто каким-то расхитителем гробниц, который лазит ради каких-то там копеек, бриллиантов, рубинов, алмазов. Мелко все это. Так, ты кто? Побеседовать или подраться. Барьер. Так, дружок, ну давай хотя бы побеседуем или отдохну в твоей кровати. Будешь говорить? Ух ты, кольцо какое, сила воли на 10 пунктов и магию на 75.
редкое везение. И барьер какой-то пропал. А что у тебя есть? Соль морозная. Нафиг бы она не нужна. Ай-яй-яй! Но ничего, троих я уже положил. Может, здесь какой-то босс будет? А почему бы с луком не побаловаться? Легкостью решить множество проблем. Так, давайте открывать дальше все замки. Может быть, мне повезет, будет найдено что-нибудь ценное в этой куче мусора. Так, так, так. Ну что ж, друзья, я жду, кто появится здесь. Кто осмелится напасть на меня? Есть. Ну вот, нет еще одного противника. Так, здесь одно место остается фактически, где может что-то еще скрываться. И за этим местом я найду, наверное, еще каких-нибудь созданий. Создание, которое не особо мне радо, конечно, но что поделаешь. Судьба мне такая, очищать этот остров от нежити. Так, нежити, дадим мы бой, победим ее обязательно. Так, есть! И... Удивил меня этот чудик. Так, что тут еще? Кирсы были у меня взяты. Ну все, по-видимому, я убил всех, кого мог здесь. Давайте-ка я перемещусь. Так, дружище, ну что ж, я хочу пройти эту миссию. По-видимому, мне обязательно нужно поговорить с тем персонажем, которого я не встретил. Ну, как понятно, я уже убил всех, кто мог быть в том месте, поэтому надо как-то завершить этот разговор и победить в этой миссии. Так, совсем немного мне остается до озера, до его северных рубежей. И что ж, я победил, по-видимому. Так, давай посмотрим, что... Снег. Определенное место. Нападение на имперский форт. Медведи. Маленький секрет о рыбалке. Казался невиновен. Меня только удивляет... Так, хорошо. Озеро.
это существо поверженное, судя по тому, что ты говоришь, в этих пещерах было кое-что еще. Ты хочешь? Хорошо поработал, Ромас. Теперь возвращайся в деревню Скалов, я найду тебя там чуть позже. Мне сейчас ждут срочные дела. Ну что ж, наконец-то. Я получил необходимую песунку от этого человека, и теперь можно завершить прохождение данной миссии. Ты продолжаешь удивлять меня, Ромас, но у меня сейчас срочные дела, мы поговорим с тобой чуть позже, обещаю тебе. Пожалуйста, ты должен помочь деревне атакуют оборотни. Эх, ребята. Так, друзья, это уже следующий квест. На этом я завершаю данную миссию. С вами был Ромулус. До скорого.